Яночки, всем привет! Вот приехали долгожданная посылочка с новыми игрушечками. Здесь вот такой вот Олет, по-моему, это чемоданчик, я так поняла. И в комплекте вот здесь вот часы, наверное, бинокль, маска, может, какая-то, надо будет посмотреть. Вот такая вот куколка, ее не было. Little Maya. Baby Elif. Такая мягенькая здесь. Мягкотелая. Птички вот эти классные у меня были такие. Они поют. Издают звуки. Их там целая серия есть. Такой наборчик Лего Дисней. Это принцесса Мулан, наверное. Я так поняла, что наборчик, наверное, вот этот в комплекте. Вот фигурка девочки этой принцессы, лошадка. Это вот для малышей какой-то такой мячик прикольный. Денишки забавный. Вот такая вот горилла. ТУ. Они вообще классные. У них качество, блин, обалдеть. Такие плюшевые глазастики. Новая она. Классная. Так. Это что-то, наверное, наподобие пони, но тут что-то другое название. Может, другая какая-то серия. Может, они побольше. Тут написано Галупи. Галупи. Может, они побольше. Так, это у нас Star Wars фигурка. Это не знаю что. Мини. Может, какая-то куколка. Надо смотреть. И тут же еще все на польском. Английский еще как-то более-менее понятно. Наверное, какая-то куколка с волосами, может. Что-то расческа. Так, вот эти вот сладости. Тут вот вроде такое еще не было. Желтенько. Опять это облачко. Пушистик. Тоже не знаю, что. Что-то новое. Написано. Бо. А, оно в виде какого-то домика. Прикольно. Наверное, тоже какая-то куколка. Ключик вон есть. Да, интересно. Так, вот эти вот. А, это уже другая. Это у меня были из Титан. А это вот, я смотрю, есть еще тачки. Здесь, может, машинка какая-то. Так, еще это Титан. Вот уже что-то новое. Слайм. Наверное, тут слайм. Уж, Зуру. Опять это вот эти вот прикольные сладости. Этот Дина, который собирается. Вот это какой-то забавный, наверное, зверек. Типа интерактивных были у меня тоже. Я забыла, как они назывались. А такого вот я еще не видела. Наверное, тоже он светится. Может, звуки издает. Надо будет видео смотреть. Классный такой. Веселенький. Пришелец. Чагинтон. Вот такой вот. Эти тоже очень многие спрашивали. Сафира с дракончики. Есть. Так, это я не знаю. Какая-то неоновая вертушка, что ли. Только не придумают. Ух ты. Hot Wheels. Крутая. Такая упаковка вот у нее. Опять этот замочек тоже многим понравился. Это что-то для девочек, для маникюра. Тут я смотрю в наборе наклеечки. Или что это? Лаки. И тут, наверное, еще наклеечки. Так, вот это вот какая-то прикольная штука для, наверное, бомбочки. Как вот делают шарик, наливают воду. А это может какой-то... А, вот они тут показывают. А, это сюда вставляется. Это как формочка. Прикольно. Этот тоже вот эта светящаяся
серия Glimis, потом Nam-Nams, этот чудики, это у нас кто? А, Hot Wheels, тоже какая-то крутая машинка такая интересная. А, вот это вот серия Simba, Chichi, Love, эти собачки, у них тут аксессуары в комплекте. Так, этот еще Сафирас, дракончик, шарики, мячики вот эти светящиеся. А, о, Щенячий патруль, тоже еще не было такого зума, тоже классненький. А, Цум-цумчик, попрыгунчик, так, Фортнайт какой-то тоже новенький. И вот этот вот конструктор был у меня такой. А, в общем, я постараюсь завтра это все дело выставить, потому что еще один должен приехать ящик, чтобы до 8 марта вы запаслись подарочками. Вот, поэтому я буду стараться это все быстренько выставить.